Я приветствую вас, мои уважаемые телезрители, голоса минувшего, друзья телепрограммы, и говорю вам здравствуйте, и еще раз здравствуйте, и здравствуйте. Я не случайно повторил трижды «здравствуйте», потому что дальше речь пойдет о грустном месте на земле, которое называется кладбище. Если однажды ты почувствуешь себя самым счастливым на свете, сходи на кладбище. А когда почувствуешь себя самым несчастным, сходи туда снова. Эта мудрая, старинная французская поговорка подсказывает настроиться зрителю на сложную тему, которую мне предстоит дальше раскрывать. Честно признаться, по естественному душевному противлению лишний раз мне рассуждать о кладбище не хочется. Так как в этом месте для меня, как и для каждого, рано или поздно время остановится. Говорить мне о кладбище все же придется, как о важном информационном сакральном пространстве, отражающим историю нашего города в именах и лицах ушедших жителей прошлого и позапрошлого веков. Также немаловажной тому причиной являются произошедшие перемены за прошлые полвека, касающиеся облика кладбища и процесса похорон в Азове. Хочу заранее уведомить о том, что мой рассказ займет 3 передачи и будет далеко не нервно-сберегательным. Поэтому зрителям, очень склонным чувственным воспоминаниям или переживаниям, или по иным причинам, лучше будет эти передачи оставить без просмотра. Этот редкий и необычный жанр повествования небытия, где нет жизни, требует от автора в его размышлениях тонких, изящных, глубоких и доступных философских обобщений. Обратиться за помощью в трудном повествовании мне подсказала моя давняя читательская привязанность к изумительному литературному наследию нашего великого земляка, писателя Антона Павловича Чехова. В ряду ярких описаний его о городе своего детства Таганроге, встречаются заметки писателя о его старом городском кладбище. По аналогии схожему старому азовскому кладбищу. Поэтому мне для последующих сравнений придется больше пока говорить о Таганрогском кладбище. По воспоминаниям старшего брата Александра, Антоша Чеханте в пору своей юности часто любил прогуливаться среди великолепных памятников надгробий старого Таганрогского некрополя, пытаясь понять, в чем же суть земного существования человека. Он, не найдя ответа, грустно заметит, хорошо это или плохо, но все в нашей жизни кончается. Впечатление юности о таинственном мире кладбища Чехов спустя годы перенесет свой в один из эпизодов своего известного рассказа «Ионыч». В этом эпизоде главный герой рассказа, доктор Старцев, он же Ионыч, из-за шутки своей возлюбленной, молодой девушки Екатерины Туркиной, неожиданно окажется ночью в городе мертвых. Рассказ Чехова очень заинтриговал меня еще в молодости. И я прочту тот эпизод. В саду, на аллее она остановилась,
как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль. «Сегодня в 11 часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти». «Ну, уже это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — Причем тут кладбище, для чего?» Было ясно, котик дурачилась. Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине 11 вдруг взял и поехал на кладбище. Светила луна, было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье около боен выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. С полверсты он прошел полем. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Следующее грядет час, вон же». Дальше было затерто. Старцев вошел в калитку. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, чего, вероятно, больше уже не случится увидеть. Мир не похожий ни на что другое. Мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель. Где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. И только тогда, когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, подумал, что это не покой и не тишина, а подавленное отчаяние. Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то ВЭС была проездом итальянская опера. И одна из певиц умерла. Ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа. Как обидно сознавать это. Проживая в 1975-76 годах в Таганроге, я внимательно перечитывал рассказ «Ионыч» и начал догадываться, что Чехов, упоминая в эпизоде о памятнике Деметти на кладбище в городе С, подсказывал: речь идет о старом кладбище Таганрога и памятнике богатому купцу-меценату Филиппу Катопуле. Увлеченность творчеством писателя, подробное открытие его биографии, связанной с Таганрогом, подвигнуло меня на один из экстремальных поступков в своей молодости. Меня посетила идея сходить на старое кладбище
в одну из лунных октябрьских ночей, чтобы прочувствовать описанное Чеховым волнующее состояние его героя Старцева, хотелось увидеть, насколько верно было описано Чеховым это кладбище при Луне, как повлияло время на памятник Катополе и кладбище, ибо прошло с той поры более 70 лет. Так же, как и Старцева, меня встретили освещенные луной кладбищенские ворота. Железные створы ворот, видимо, сильно проржавели и уже не закрывались. На плоскости слева, в прямоугольной нише стены ворот, еще можно было разглядеть сохранившиеся две головки ангелов в верхних углах, а также барельеф церкви. Следы надписи, упомянутой Чеховым, от многократного забеливания оплыли и оставались малозаметными. Когда-то ее слова читались полностью. «Грядет час, вон же все сущие в гробех услышат сын, глас Сына Божия». Эти слова из Библии сурово напоминали каждому входящему в ворота кладбища о втором пришествии Христа и предстоящем страшном суде. Проходя по аллее кладбища, слева я увидел освещенную луной часовню с ангелом наверху, обнявшим крест. Было уже прохладно, но безветренно. Передо мной была роскошная часовня, памятник Катополе. Она послужила прообразом памятника Деметти, упомянутого в рассказе «Ионыч», под которым доктор Старцев ожидал назначенное ему несостоявшееся свидание, размышляя о загадочном мире, окружавшем его впервые. Часовня была еще не сильно разрушена. Я присел на скамье у какой-то могилы, пытаясь вспомнить, о чем размышлял тогда Старцев. Справа от аллеи сквозь деревья и кресты просматривалась та сохранившаяся церковь. Оттуда послышался хриплый лай собаки, периодически повторяясь по три раза. Аф-аф-аф! Я принял необычный лай за условный сигнал, который подает церковному сторожу приученный пес. Этого еще мне не хватало, подумал я. Но Морфей, видимо, крепко обнял и не выпускал из старушки ночного караульщика. Осматривая в ту лунную октябрьскую ночь старое таганрожское кладбище, основанное в 1809 году, я чувствовал, что мои размышления погружаются, в отличие от чувственных, до отчаяния у Старцева, в более приземленную реальность. Рождались мысли больше о том, что здесь за именами, на надгробиях скрыты интересные и увлекательные, часто драматичные судьбы людей, связанные с жизнью состоятельного и цивилизованного города 19-го, начала 20-го веков, о которых хотелось бы больше узнать происхождение наиболее видных, богатых надгробий. Чехов с высоты своего гения представил кладбище как мир, не похожий ни на что другое, мир, где нет жизни, где веет прощением, печалью и покоем, где нет в каждой могиле, чувствуется присутствие тайны, безысходность в невозвратности любви. Немецкий писатель, поэт, мыслитель Иоганн Гёте воскликнет однажды: «Как душа человека не устает бороться с мыслью о своем полном исчезновении?»
Чехов в своем глубоком философском заключении как бы ответит Гёте: «В полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства». Посещая потом не раз старое Таганрожское кладбище уже днем, я познакомился со сторожем и спросил его: «А вы ходите ли вы ночью осматривать кладбище?» «Да ты что?» – отвечает он. «Здесь-то днем иногда страшно выходить из-за всяких дураков, которые бьют памятники. А то ночью. Мало ли, какие они нормальные бродят здесь по ночам». «Ну да, пришлось согласиться мне. Снимая на память сохранившиеся видные памятники над гробием, мне было очевидным, что мемориальную культуру начали прививать Таганрогу в конце 18-го, начале 19 веков переселенцы-негацианты из Европы, греки, итальянцы, немцы и где-то французы. Бесспорно, 8-метровый памятник часовня Катополи был самым дорогим и красивым на старом Таганрогском кладбище. Может, поэтому кладбищенские вандалы не щадили его? 27-летний Антон Чехов, посетив Таганрог в апреле 1887 года, писал своим домочадцам в Москву о состоянии этого памятника. «Кладбище красиво, но обокрадено. Памятник Катополи варварски ощипан. Таганрожские купцы, состоятельные горожане, привлекая солидными вознаграждениями воятеля искусства, надеялись увековечить свое имя, а также имена своих близких в роскошных памятниках над гробиях. Даже спустя столетия эти впечатляющие сохранившиеся надгробия продолжают напоминать о стремлении их хозяев при земной жизни остаться после своей смерти надолго в памяти потомков». Здесь, на кладбище, еще теплилась память об ушедших романтических личностях Таганрога, созидавших замечательный город, его обычаи, культуру, архитектуру, основанным Петром на мысу Азовского моря. Таких, как они, больше не будет. Их уже не заменить. Отражение жизни любого города в его характерных занятиях, экономическом процветании или увядании, его религиозное миросозерцание часто можно выявить во внешнем виде кладбища, в его благоустройстве, в сохранившихся памятниках и эпитафиях. Один из немецких подданных протестантской веры, похороненный в Таганроге, завещал высечь на черном граните своего надгробия слова из церковной песни «Кирхенлидер» «Христус ist mein Leben», то есть «Христос – моя жизнь». В этой эпитафии таится просьба, которая заканчивалась песня: «Отдай мне небо». На многих на могиле таганрожского купца, надворного советника Марка Спиридоновича Магулы, похоронено сравнительно давно, в 1833 году, высечены на граните такие слова: «Прозрение, богатство, почести, все предается забвению, добро одно живет за гробовой доской». Почти два столетия старое Таганрожское кладбище хранит эти слова как завещание потомкам.
Магула размышлял, конечно же, по своему христианскому разумению. К сожалению, за гробовой доской живет не только добро. Злые дела память тоже хранит долго. Ни одному Герострату пришлось в голову доказывать это потомкам. Таганрожский старый некрополь уже еще существует, не мешая современной жизни и развитию города. Но сохранять его, поддерживать в надлежащем виде у городского муниципалитета нет средств. Нужны, очевидно, другие источники вливания. Памятник часовня Котополи, описанный Антоном Павловичем Чеховым как памятник Демете, основательно ободран, разворован по частям и почти разрушен. Мне, любящему старый Таганрог, остается лишь обратиться к таганрожцам. Спасите и сохраните оставшееся изваяние ангела не только как творение итальянского мастера на юге России, но также из уважения к Чехову. Перенесите его в дворик художественной галереи, куда раньше уже были перенесены самые ценные скульптуры надгробия этого кладбища. А если появятся средства и желание восстановить часовню, потом можно вернуть ангела на свое место. Как я уже упомянул, старое Азовское кладбище было близко по духу таганрожскому кладбищу, хотя в общих чертах во многом отличалось. Но об этом и его истории продолжится мой рассказ в следующей передаче. До скорой встречи! Вновь в программе «Голос минувшего», дорогие зрители, еще раз вам желаю здоровья. Всего вам доброго.